Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о радостном событии в жизни Ксении Собчак. Известная российская телеведущая, которая когда-то вела телепроект «Дом-2», впервые стала мамой. Об этом событии сама Собчак сообщила у себя на странице в Инстаграм. «18 ноября – теперь самый счастливый день», – написала Собчак. «Я – мама прекрасного мальчика». Публиковать фотографию новорожденного Ксения не стала. Вместо этого она порадовала своих поклонников своей собственной фотографией, которая была сделана в тот период, когда Собчак была беременна. Подтвердил эту радостную весть о пополнении в семействе и супруг Ксении Собчак, актер Максим Виторган. Он тоже это сделал в своем микроблоге. Фотографию своей жены Максим подписал «Мама сына. В счастливое плавание». Отметим, что это первый ребенок в семье Собчака Виторгана. Максим также воспитывает двух детей, дочь и сына, от первого брака. Ксения Собчак впервые стала мамой в 35 лет. Замуж за актера Максима Виторгана она вышла в феврале 2013-го. Помимо участия в «Доме-2», Ксения ведет программы на телеканале «Дождь». С осени 2012 года по осень 2013 она входила в координационный совет оппозиции, который организовывал акции протеста против фальсификации выборов и делал политические заявления. Сын Ксении и Максима родился в подмосковном госпитале Лапино. Ксения находится в VIP-палате этой элитной клиники. Ее роды обошлись в 930 тысяч. Ксения наслаждается материнством и благами госпиталя. Там имеется все для комфортного проживания – джакузи, кровать-трансформер и питание пятизвездочного отеля. Первое время новорожденный мальчик вместе с родителями будет жить в доме бабушки Людмилы Нарусовой. В трехэтажном особняке стоимостью почти в 2 миллиона долларов. Он находится в поселке Горки-8, окружен со всех сторон вооруженной охраной. Это позволит Ксении без опаски гулять с сыном. Сюда Собчак перебралась незадолго до родов, чтобы быть ближе к госпиталю Лапино. Он находится всего в 5 минутах езды на машине. Чуть позже семья планирует перебраться в клубный дом на Смоленском бульваре, квартиру в котором Ксения приобрела зимой прошлого года. 267 квадратных метров обошлись семейной паре в 180 миллионов. Поздравляем Ксению с рождением сына! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.